турнира в обороне. В обороне Илья Кутепов в центре, у него номер 3 Сергей Игнашев. Путь отправляет сборную России. Последний контрольный матч перед стартующим через 9. Ему помогают Октавиан Совры и Себастьян Георги. Тоже, разумеется, из Румынии. И четвертый резервный судья наш Алекс. Номер 11, 17 Джинги Сундер, Кинан Караман 18. Ну и далее уже попроще. Румынский тренер мира. Вот она, пожалуйста, любуйтесь. Ну и любуйтесь всем, как разыгран мяч. А вот что будет дальше? Вопрос Сергей Игнашев. Давайте посмотрим на эту подачу. Опасно как! И удар по воротам состоялся все-таки. Совсем неудобной позиции, но тем не менее Сюнджу его наносил центральный защитник. Опасно очень было. К мячу рвался сейчас Федор Смолов. И именно он имел возможность попасть. Сейчас организует сборная Турции. Наши, конечно, это чувствуем высоко. Удар по воротам 1-0. Ну, наконец-то! При активной поддержке соперника. Вот он, первый удар в створ. Ты его надул, так можно сказать. Или я. Да, но это было красиво. Кстати, при Черчесове Самедов просто блестящие с точки зрения продуктивности выглядит, потому что он... Ну, в процентах 80 голов принял непосредственное участие. Либо сам забивал, либо штрафной, да, либо на угловой, либо за пределы штрафной. Здесь Серкан опережает. За правым флангом идет атака, снова подача. Турки все вольготнее себя чувствуют у наших ворот. И вот он, первый удар в створ. Это Караван, 18 номер, центральный нападающий сборной. Сад у нее не оказалось. Мяч прошел рядом сразу с несколькими футболистами сборной России. Теперь левым флангом вынуждена развиваться атака, подача. Я надеюсь, что нет. Я думаю, что эта схема под другие команды. И посмотри, какой опасный удар сейчас наносит сборная Турции. Джингис сборной России, который, правда, становится меньше, что приятно. Подача неточная от Смольникова. Так вот, эта робость отчасти связана с тем, что не до конца футболисты понимают свой функционал. Принес сборная России тот единственный гол, который был забит. И сейчас сборная Турции выходит в опаснейшую атаку. Удар по воротам Акинфеева. 1-1. Это Юнес Мали забил. И с выноса вратаря практически, да? Да. Увы, не удалось отыграть и этот матч на ноль. Это было так нужно. Так, нужно с точки зрения обретения розыгрыш. Жарков! Будет ли удар? Удар по воротам. Хлесткий, но показалось, что момент для удара Юрий немножко уже потерял. Да, вот интересно, это наигранная комбинация или... Со штрафной, вот здесь офсайда нет, вот здесь здорово действует Федор, удар по воротам. И снова исполнял нападающий сборной России. И снова, как и в матче со сборной Австрии, не хватает. Передача налево, Акинфеев. Да. Игнашевич дважды. Сейчас четвертый номер турецкой команды, это Сюнджу. Удар не от него. Опять здание дистанции за пределы штрафной, но надо перекладывать.